Кровати нет, диван тю-тю, на жестком кресле типа сплю. В себя с трудом я прихожу, одну-две мысли ворошу. Кто я, где я и почему? Герасим утопил муму. На улице вроде бы все хорошо, куда-то мне надо, но я и пошел. Белели березы, не слабый мороз, от дикого пса еле ноги унес. Любили меня и отец свой, и мать, а это не любит, ей наплевать, ей лишь бы вопросы свои задавать. Мне в школу пора преподавать. Раз мячик попался, пнул его ногой, но это бы сделал, пожалуй, любой. Все больше и больше тревожит меня, полюбят ли дети такого, как я? Смогу ли предмет я им свой объяснить? Смогу ли чему-нибудь их научить? Вот белая дверь, открой и войди. Однако какие-то странные дни. Нудное чувство, что я ученик, но я не такой, отступать не привык. Не очень крутым в новой школе я стал. Что, вытереть доску? Пожалуйста. Кто мне поможет? Быть может, она? Я не просил, сама подошла. Вот бы мне вечер с ней провести, а перед этим в пожаре спасти. Может, ее я полжизни искал, в горы залазил, в степи замерзал. Ей стул предложу, яблоком спелым ее обложу. Будем в глаза мы друг другу смотреть, клятву ей дам, за нее умереть. Что здесь такое? В чем дело, чувак? Нет, я не буду с тобой вот так. Плачут по роже твои кирпичи. Хочешь бороться? На, получи. Быстро прикинулся я Кузьмичом и погрозил хулигану ключом. Каждый младенец знает, Кузьмич любит бывать там, где кирпич. Можно расслабиться, грудью вздохнуть и оглянуться на жизненный путь. Что я ответил вот этой жужу, как-нибудь после вам расскажу. Откроюсь тебе, мой повелитель. Секрета здесь нет. Я ваш новый учитель. 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 Я? Ваш.